Первый в текущем году Котафест пройдет в Одессе с 4 по 6 марта. 10-й по счету фестиваль актуального искусства будет отличаться от предыдущих. А вот чем именно, смотрите далее в сюжете. В этом году Котафест юбилейный, 10-й. Организаторы говорят, основной концепцией фестиваля будет лозунг «Другое и новое». Кот у нас символ творческой свободы, и фестиваль собой представляет такое мультиформатное трехдневное действие. На фестивале у нас будет несколько площадок работать в этот раз. То есть мы решили вытащить то, что обычно всегда, ну, где-то, может быть, в большей или степени более-менее в тени находится. Основные площадки фестиваля – Impact Hub Одесса, арт-клуб More Music Club и музей арт-клуба «Выход». Одна из сцен – литературная. Литературная сцена станет мультимедийной. И в этом году мы будем говорить именно о синтезе искусств, о синтезе литературы, в частности поэзии, и также других видов искусства – это кино и музыка. В гости к Котафесту, как уже говорила Валерия, приедет из столицы международный фестиваль видеопоэзии «Циклоп». Традиционно будет и секция «Handmade», где будут выставлены работы маститых рукодельников. Это работы, представленные в техниках самых разных, на самом деле. То есть это и валяние, и шитье, и вязание, и открытки. И даже у нас есть постоянные участники – это мастера витражного дела. То есть там тоже просто потрясающие работы. Новинка для Котафеста – туристический сектор. Организаторы пригласили в качестве экскурсовода журналиста Евгения Гринкевича, который расскажет про Одессу и котов. Правда, про сколь-нибудь исторически значимых котов информации немного. Тем не менее, я обнаружил, что за много лет прогулок по городу хотя бы можно говорить о том, что у нас на стенах некоторых домов есть рисунки котов. У некоторых котов этих есть даже имена. Я прошел огромное количество дворов, центр Одессы так весь уже исхожен мною, и я даже знаю, в некоторых дворах живут по сей день коты, очень интересные, у них есть имена, я их тоже знаю, эти имена этих котов. Это тоже можно показать тем, кто гуляет по городу. Также у нас есть фигурки котов, жестяные, еще некоторые другие, и мы тоже зайдем вот в эти места, их посетим. Всего в программе фестиваля около 10 событий, посетить которые организаторы приглашают всех желающих. Обещают только яркие впечатления. Александр Полуев, Евгений Руденко, 7 канал.